забивает. Декало перевод за спиной. Бросок с небольшим отклонением. Виктор Гребов всех спас. И еще раз дал возможность нам до Декало реабилитироваться в этой атаке. Кайл Хайнц забирает подбор. Второй шанс в этой атаке у ЦСКА. И дважды подряд Декало в одной атаке не промахивается. Джексон убегает. Быстрый отрыв. Смотрим, что изменится после этого тайм-аута. И Тудис обычно очень результативные минутные перерывы у него получаются. Надо Декало. Виктор Гребов. И Надо Декало под кольцом получает передачу. Открывает ее, и в итоге пробежка. Также на площадке капитан Лука Кубани Андрей Зубков под 20-м номером. А Виталий Фридон набирает свои первые очки. Вроде ЦСКА. И вроде бы вернулись в защиту, но как стоячих не замечал сейчас выворачивающихся игроков на Андо Декало. 3 очка разницы. Виктор Гребов. Дисциплинированно отработал Грохов, а вот Нандо Декало не пожалел. Не пожалел, и это был трехочковый бросок, плюс 6. Самым ценным игроком плей-офф становится Нандо Декало.